У нас 80 рублей. Приехали мы, девочки, в Иваново. Здесь свежо, прошел дождик. Причем я еще вчера и как-то, ну, как говорила, что на Арсения день рождения никогда ни разу не было дождя. По крайней мере, я не видела. Я здесь сегодня не видела дождь. А в Кинешме, наоборот, там должен пойти дождь. Мы его обошли, объехали. В общем, идем в ленту. Нужно кое-что купить. Потом съездим быстренько домой. Нужно кое-что взять, сполоснуться прям бегом всем. И на дачу. Мы прям с корабля на бал. Только на нашем балу был большой ураган. Завтра, девочки, поговорим об этом. А сейчас о самом главном. Сынок, с днем рождения тебя. Мы тебя очень сильно любим. Как, кстати, тебе сегодняшний день? Экскурсия? Понравилось? Все хорошо? Ну тогда на, поздравляем мы тебя с днем рождения. Спасибо. Давай. Открывай только не рви, а распаковывай. Вот сюда положи. Давай тарелку. Все. Давай. Развязывай, развязывай. Так, давай помогу. Я сейчас... Василий, на именинник сам должен все делать. Вот, вот, вот. Так, вот тут, вот тут она уже открывается. Ее поверни чуть-чуть. Вот как она открывается, так доставай тихонько. Тихонько, а то мало ли что-нибудь, не дай бог, произойдет. Это ручка? Давай вот это уберем. Подожди. Вот это убери, мам, Леш. Ты это ручка. Давай вот так. Ты это ручка? Нет. Так, сначала картинку посмотри. Посмотри сначала внимательно картинку. Угу. Поверни ее на себя. На себя поверни вот так. Посмотри. Тебе нравится картинка? Что это? Это пазлы. Аккуратненько открывай. Только не рассыпь. Днем рождения. Ты хотел еще с прошлого года. Мы тебе обещали к школе. Ты рад? Нравится? Ну, я думаю, тебе пазл-то, в принципе, сейчас не нужен. А пазл мы, наверное, Феде подарим, да? Или Василине. Вместе будут собирать. Все включается. Наверное. Нажми, держи. Нажми другую, что? Вот эту. Я нажал. Держи. Да, держи. В смысле не включается?
Он выключен, наверное. Федюня, ты рад за брата? Мама, а сколько он рублей стоил? Ну и какая разница, сколько он рублей стоил? Сейчас тебе будет тоже утешительный приз. Угу. Федюнь. Спасибо. Смотри, подожди, развяжи бантик, пожалуйста, развяжи бантик. Я не могу. А ты, ты развяжешь, развяжешь, сможешь. А, я включила. Вот так. Да, да вот так ты не заметил. А вы все подключили. А если домойку есть? Пока нету. Есть! Или бантик какой? Есть все. Наоборот, завязываешь, Федь. Ага. Ладно, доставай то, что сможешь достать. Что ты там видишь? Подожди. Вот. А что это такое? Это что? Подожди-ка. Подожди. Я не знаю. Аккуратно, Федюня. А это наш первый огурчик. И вот он вот такой колючий. Он такой колючий, ты представляешь? Вот такие огурчики растут. Дай мне его, я покажу. Вот он вот такой колючий, колючий. Вообще классный огурец. Наш не первый. Понял. Что там есть? Все? Федь, посмотри, а вот это, посмотри, картину. Что это такое. Открой ее. Может, поймешь? Давай, давай. Ну, ты посмотри. Ну, на картинку-то посмотри. Василина, а ты понимаешь, что это такое? Я вообще не понимаю, что это. Переверни. Я прочитала это. Вот ну, что это? Скажи. Игровая приставка. А где она? Она дома. Но мы же хотели, мы же ездили в Кинешму. Не стали просто ее брать. Мы хотели подарить вообще в KFC. Но там было очень громко, очень шумно и неудобно. Можно вдвоем. Но это Федя. И, ну, там играть-то, естественно, вдвоем можно. Ну, чтобы ты понимал, да? Я и шариком. Да. Ну, в общем, вы рады? Да. Вика. С днем рождения тебя. Самое главное, тебе здоровье. Все остальное у тебя будет. Учись хорошо. Скоро в первый класс. Не расстраивай, самое главное, маму с папой. Мама, ты все? С днем рождения. Я такую папу просил! Серьезно? Да. Зачем? Я у папы такой носил. Носил. Ну, у тебя такая же. Ну что, туда телефон будешь свой класть, да? Игры. Ты в шоке, что ли? А почему? Я не ожидал, что телефон. Это, ну, тебе утешительный приз. Приставка завтра дома будешь, увидишь. Она дома, сынок. Она такая большая. Ну, не маленькая, не как телефон. Не вот такая? Она побольше, сынок. На фотке, да, завтра увидишь, ладно? Там джойстики есть. Сколько? Два. Ну, играть надо. На телевизоре играть будешь. Танчики. Ну, купил уже. Но это немножко другая. Не такая, как вот вы хотели. Какую вы там хотели? Вот эту, которая. Влезет? PlayStation. Ну, не такая. Не влезет. Влезет. Все проверено. Влезет. Конечно, влезет. Не торопись. Да? Теперь крутой с телефоном. Мама, а зачем огурец сюда положить? Это я захотела, сынок. Тебе первый огурец в этом сезоне. Ты любишь огурчики? Кушай. Ты любишь помидоры? Ну, он помидоры больше любит. Не, не хочу. Но я решила тебе так. Ну что, кушайте. Ну, что, пела? Приятного аппетита. Выручь. Да, это у нас первый огурчик. Первый огурчик? Да. Вы спите? Нет. Вы чай-то с тортом будете? Да. Хорошо. Федюнечка, не спи, сейчас чаёк попьёшь с тортиком, будешь и ляжешь, ладно? Сынок. Угу. Хорошо. С днём рождения тебя. С днём рождения тебя. С днём рождения, Арсений. С днём рождения тебя. Думаю, давай, загадывай желание. На следующий год, наверное, уже. Ну, на весь этот год. Василина, тебя не видно. Молодец! С днем рождения, сынок! Будь счастлив! Будь счастлив!
Сейчас я вам порежу. Сейчас я вам порежу. Кусай так. Подожди. Да не. Ты загадал желание такое, что ли? Ну все, считай, что у тебя больше желаний в этом году нет. Да.